Парни, у нас новое видео. Отправка одного автомобиля нового в Россию. Отправляется у нас в 20-фитовом контейнере Tesla Model Y. Так что смотрите, я думаю, будет интересно. Судя по тому, что Саша уже не может дверь открыть 5 секунд, должно быть очень интересно. В главной роли у нас будет сегодня кум, ну и как бы и я. Погнали. Вот такая вот двадцаточка. Отправляется в Клайпеду. Ну так, это муторно здесь. Не мешало бы его подмести. Да ладно, сухой туман все убьет. Ребят, в общем, машина на своих местах. Что нам нужно сделать? Осталось только закрепить. В общем, такие контейнера делаются довольно-таки быстро. Но нужно закрепить, загнать сухой туман. Нет, и все, и отправлять. Смотрите, сейчас покажу все, как это делается. Пистолет. В общем, народ, пробили мы. Видите, закрепили колеса все. Как мы закрепили? Ну вот так вот мы закрепили все колеса. Каждое колесо закреплено. Слава богу, есть место передвигаться по кругу. Вот так вот пробито все. Сейчас веревки на каждой по две. На каждое колесико. И все будет супер. Все видно, да? Намертво. Вот такие брусочки. Ну, никак иначе. Новые машины креплю сам, поэтому рассказать могу сам и показать могу сам. Сам все это могу делать без никого. Лучше всего, когда ты делаешь то, что ты умеешь делать. И хуже всего, когда ты делаешь то, что ты не знаешь, что ты делаешь. Димон, расскажи нам это, да? По непосредственному участию Димона. Понятно. Да, как-то так. Ну что, погнали вязать веревки. Продолжается погрузка вытяжки влаги. Силиконовые такие печи. Разбрасываем по всей машине, народ. Туда подальше. Чем можно больше. Для того, чтобы не было нигде ненужных моментов. Они мягкие, как салфетка, и внутри находится силикон. Проверенные. О, заказчик, когда будешь получать автомобиль, я бы очень хотел, чтобы ты показал, как это все ты получил. Но было бы круто, если не сложно. Особенно покажи, куда она пришла, чтобы все поняли, что можно делать в жизни даже невозможное, если очень хочется. Если нельзя, но очень хочется, то можно, да? То есть, как бы, многие, я думаю, понимают, о чем мы говорим. А те, кто не понимает, ну, ребят, I'm sorry. Как бы, ну, учитесь, все будет хорошо. Все будет хорошо, если будете учиться. Парни, все, закончилась наша погрузка. Все вот привязали, ремни, веревки, все зафиксировали со всех сторон. Как возможно, оставили лезвие. Ребят, которые будете разгружать, вот там вот лезвие лежит, срежется все, что вам надо. Все, осталось загнать сухой туман. Вытяжки влаги у нас по всему автомобилю. Сухой туман загоняем и все, и закрываемся. На сегодня хватит. Заказчик, ключи будут в багажнике сразу, вот я здесь положил. Ну и оба у нас. Погнали. Все закрываем и будем загонять еще сухой туман.
Парни, в общем, все, контейнер закончен. Я думаю, видео вам понравилось. Мы вешаем пломбу и отправляем его в Россию. Нужна новая Тесла, вы знаете, куда звонить? Вот номер телефона.